Николь, я открываю новый ресторан в Мейфере. Если хочешь повышения, тебе необходимо сменить визу. А значит, придется съездить домой. Я поеду домой? Да, сочувствую. От режиссера «Мисс Конгениальность». Меньше всего на свете мне сейчас нужна... Наша маленькая Италия. Где ничего не меняется. Николетта! Исхудала, как кожа до кости. Тебя же ветром унесет. Ну-ка, открой рот. Ну, как тебе? Как в детстве. Две враждующие семьи. Маленькая Италия слишком мала для нас обоих. Когда тут все из ненормальных стали? Ты что в пиццу намешал? Как всегда, все самое лучшее. Это не орегано. Полными психами. Пока-пока! Получишь у меня струнс. Две запретные любви. Пока наши семьи ругались, к нам в двери постучалась любовь. Выпьешь? Кому нынче в футбол проигрываешь? Пойдем выйдем. Дождь на улице. Боишься промокнуть? Я точно. Блин, я это вслух сказала. Боюсь, наши сыновья нас раскрыли. Мы что, шпионы? Поцелуй меня. У бабушки моей любимая присказка была. Какая? На замок сердца, пока нет кольца. И как твою бабушку звали? Бейонсе? Нет, Бианка. Идеальный рецепт. Мой отец посчитал бы это страшной изменой. Что именно, пиццу? Или то, что мы вместе? То и другое. Нет-нет-нет, отец меня прибьет. Я переспала с сыном Винсента! О, боже. Но что-то это часто повторяло. Романтической комедии. Жизнь прекраснее, когда ты рядом. Прости, я не могу. Нет-нет. У меня карьера, и я не могу вернуться сюда. Знаете, почему нас называют «маленькой Италией»? Потому что здесь ничего не меняется. Слушай, сердце, ты его любишь? Какая разница? Эмма Робертс, Хейден Кристенсен, Алиса Милана, Джейн Сеймур и другие. Что мы делаем? Я уже не ребенок. Лео, как бы далеко она ни сбежала, маленькая Италия в ее сердце навеки. Скоро она сама это поймет. Маленькая Италия. Ох, дружок, вы с Никки, как Ромео и Джульетта. Ромео и Джульетта умерли. Ну, неудачный пример. 21 сентября.